И к другим темам. К уполномоченному по правам предпринимателя ежедневно поступают сотни жалоб и обращений от тех, кто ведет свое дело. Чтобы помочь людям, бизнес-омбудсмен регулярно проводит семинары, где предприниматели могут задать свой вопрос и получить нужный ответ. На одном из них побывали и наши корреспонденты. За последний год к уполномоченному по правам предпринимателей обратилось 650 человек, и практически все выиграли свое дело. Магомед Муталимов занимается очисткой русла реки Терек, деятельность которой была приостановлена правоохранными и природоохранными органами. По мнению бизнесмена, незаконно. Там уже был составлен проект заявления в арбитражный суд в защиту моих интересов. Арбитражный суд принял все доводы данного заявления, и в процессе нескольких заседаний все наши действия правоохранительных органов и природоохранных органов в отношении меня по всем пунктам были признаны незаконными. Юристы организации не просто консультируют, а полностью сопровождают дело до вынесения решения судом. Чаще всего обращаются в земельной сфере, налоговая сфера и контролирующие органы, надзорные органы, которые очень часто необоснованно создают препятствия на пути развития бизнеса в регионе. Уполномоченный занимается не только защитой, но и вперед создает благоприятную предпринимательский климат для развития предпринимательства в регионе. Большой вклад вносится в просветительскую сферу. По мнению специалистов Центра поддержки, одна из главных проблем дагестанских предпринимателей – правовая неграмотность. Поэтому уполномоченный по защите прав предпринимателей периодически устраивает семинары для бизнесменов, где им подробно объясняют их права и обязанности. Сегодня мы собрали эту конференцию, сделали его формат как обучающий семинар. Здесь присутствуют практически все организации, руководители, специалисты всех организаций, которые имеют какое-то отношение к бизнесу. Мы постараемся ответить сегодня на все ваши вопросы. Я думаю, что будет сегодня хороший, полезный разговор, диалог между бизнесом и властью. Один из участников семинара, Магомед Акуев, предприниматель, занимается оптовыми поставками медикаментов. К бизнес-омбудсмену за помощью обращается не в первый раз. Говорит, бесконечные проверки не дают развивать его бизнес. Написали мне заявление. В субботу, в выходные дни оставили своих специалистов, у них высококлассные специалисты, они разобрались с этим, в понедельник пришли в суд и отстояли наши права суда, выиграли суд. Но череда судей этим не закончится, они потом дали, это арбитражный суд был, потом дали это федеральный суд, дали еще и Синтуки, дали куда, но все эти суды с помощью этого комитета мы отстояли. Это первый семинар для бизнесменов, который проводит Институт поддержки предпринимателей. Зал полон, вопросов много. В основном они касаются налогов и земельных споров. Я считаю, что в республике уполномоченный президента по правам и защите прав предпринимателей в Дагестане Магомедов Башир Ибрагимович – это тот человек, который действительно на сегодняшний день не на словах, а на деле отстаивает права предпринимателей, защищает их права. Участники семинара говорят, получили много полезной информации. Например, по поручению президента Российской Федерации пройдет оптимизация системы контроля надзорной деятельности. И проверочных структур останется всего 9. Также говорили о том, что Дагестан по итогам 2014 года вошел в первую десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. Сарижат Мусаева, Ибрагим Магомедов, Юсуп Казиамаров. Время новостей.